Всем привет! Сегодня у нас 28 марта 2020 года. Дорогие друзья, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ нового видео для вас. В предыдущем видео я показывал, когда и в какие сроки я проводил первую обработку персика и нектарина. Ссылку на видео оставлю в описании под этим видео. Сейчас подошла обязательная вторая обработка персика и нектарина, фаза розовый бутон. Вот как видно на этом примере. Дорогие друзья, если вы хотите получить хороший урожай, можете следовать моему опыту обработки данной культуры. Для того, чтобы наши деревья были здоровы, прекрасно переносили зиму и не были ослаблены болезнями. Очень важно проводить обязательную вторую обработку в эту фазу вегетации, розовый бутон, нежели ждать, пока наши деревья заболеют и ослабнут. Напомню, что больные деревья намного сложнее лечить, нежели предостеречь их профилактикой. Работать буду от таких грибковых заболеваний, как курчавость листьев, манилиоз и мучнистая роса, двумя фунгицидами, такими как Скор и Хорус. Эти два препарата смешиваются в 10 литрах воды и проводится обработка в безветренную погоду, желательно утром или вечером. Еще один момент. Очень важно проводить свежеприготовленным раствором. Это дает наилучший результат. Я надеюсь, что это видео было полезно вам. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Буду очень рад. Всем спасибо за внимание. Всем пока.